Сертификат на установку спортивного корта получают жители домов по проспекту Комсомольский 55/1, 53/1, 55/2. И мы приглашаем председателя КСК «Аллея Темиртау» Ботову Наталью Антонину. Начать церемонию награждения решили с участников конкурса «Уютный двор» в подарок любимому городу. Подарочные сертификаты на установку спортивного корта, детских площадок и на приобретение саженцев получают те, кто постоянно содержит свои дворы в чистоте и тем самым создают положительный имидж города. Знаком акима города награждается ветеран образования Мухамедьяров Зейнулла Нурбекович. Золотых знаков акима сегодня удостоились 5 темиртауцев, которые приняли активное участие в подготовке и организации празднования 70-летия Темиртау. За услуги перед городом и благотворительность наградили руководители отделов спорта и образования, руководителя фирмы 3К ЛТД и певца, без которого не обходится ни один городской праздник, Роман Акима. Уважаемые земляки, уважаемые темиртауцы, я благодарю за высокую оценку, моего труда, моего вклада, действительно, культурную жизнь нашего города, развитие нашего города. Благодарю уважаемое руководство города за возможность постоянно радовать земляков, выступать перед вами, дарить свое творчество. Спасибо. Порадовать темиртауцев своим творчеством еще раз Рому Кима долго уговаривать не пришлось. Экспромтом он исполнил песню из своего репертуара. Баран бел куалай соғар қоңыр жел. Не забыли наградить и лучших участников конкурса рисунков, участниками которого стали темиртауские дети. В конкурсе «Образ любимого города» победы удостоились 6 школьниц, которые в красках смогли изобразить Темиртау. Сегодня их работы украшают городские улицы. Семидесятилетний юбилей Темиртау запомнился многим театрализованным карнавальным шествием, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. За активное участие в праздничном шествии музыкальными центрами наградили политехнические и медицинские колледжи, а также руководителя ТМК. В канун 70-летнего юбилея города депутаты утвердили кандидатуру, достойную звания почетный гражданин города. Им стал ныне житель Алматы Акбиев Махмуд Акбиевич. Сегодня это почетное звание за отца получает дочь Махмуда Акбиева. Я хочу сказать большое спасибо за то, что вспомнили папу, удостоив его такого почетного звания. Дело в том, что отец всегда очень любил и продолжает дальше любить город Темиртау, потому что Темиртау – это его молодость, это его зрелость. Темиртау – это время становления его, как в плане личностного роста, так в плане профессионального роста. Это его мечты, это его реализованные планы, в общем, это все. Завершилась праздничная церемония награждения вручением благодарственных писем тем, кто в силу своих должностных обязанностей или частной инициативы внес неоценимый вклад в развитие города, и благодаря усилиям которых этот 70-летний юбилей запомнился темиртауцам. Анна Калинина, Владимир Пороховой, новости Темиртау.